Этот причудливый зверь, похожий на медведя, называется древесный кенгуру. Самку зовут Пати, и сегодня у нее знаменательное событие. Пати исполнилось 27 лет, 2 месяца и 12 дней. Таким образом, она становится старейшим древесным кенгуру за всю историю наблюдений ученых. Не только из тех, которые живут сейчас, но и вообще за всю историю наблюдений. Она старейший древесный кенгуру, и она достигла этой вехи здесь, в нашем зоопарке. Живет Пати в зоопарке американского города Майами. Родилась в зоопарке Колумбии, но в 1,5 года переехала сюда. С тех пор она одна из самых любимых местных обитательниц. И она по-прежнему та же чудесная Пати, которую все любят здесь уже столько лет. За 27 лет жизни Пати воспроизвела на свет 4 выводка маленьких древесных кенгурят. Ввиду ее преклонного возраста в зоопарке о ней особая забота. Она получает все виды особой еды, и ей нравится то, как о ней заботятся. В дикой природе древесные кенгуру обитают в тропических лесах Новой Гвинеи, а также в австралийском штате Квинсленд и на близлежащих островах. Они отличные скалолазы, а с дерева на дерево могут прыгать на расстояние до 9 метров.